Ну, пожалуй, после 14-часового полета, который был первым в моей жизни таким длинным, я не буду ничего говорить. Я просто покажу свою комнатку. Вот она такая маленькая, но тем не менее миленькая. А еще отель находится в центре города, в самом-самом центре. Что у нас тут происходит? А у меня за окном просто Балтимор. Ну, в хорошем плане. Очень напоминает знакомые места. Так вот. Ой, так я выберусь. Привет из Сиднея. Доброе утро. Мне так лень разговаривать. Я так устала. И, как всегда, поспала больше, чем хотелось. Точнее, чем планировала. Вот теперь я гуляю по Сиднею. Здесь зима, холодно. Когда мы прилетели, здесь было около 7 градусов. И, в общем, мы замерзли, когда выходили из самолета. Сейчас вышла по городу прогуляться. Через полчаса мы встречаемся со всеми крю. Ну, не со всеми, но кто захотел, пойти. Я сейчас выбралась просто пройтись по улочкам возле отеля, посмотреть. Мне почему-то этот город напоминает, мне вообще каждый город напоминает что-то. Такое сочетание Балтимора и Нью-Йорка. Так, даже не знаю, как вам показать. Вот. Балтимор, Нью-Йорк. Мне немножко не повезло сегодня с погодой. Сегодня очень ветрено и холодно. Вчера было вечером еще холоднее. Погулять тоже, конечно, не получается из-за погоды. Я не хочу заболеть в первые свои полеты. Здесь классно. Можно просто ходить, наслаждаться. Чувствуется такая реальная жизнь. И город красивый. Я встретила на улице человека, который раскрашивает улицы. Вот он там. Он делает потрясающие картины на асфальте. И, ну, естественно, лежит коробочка с монетками и просит людей помогать. Я вам сейчас покажу эти картины, это просто потрясающе. Сказать по поводу Сиднея. Сидней очень-очень похож на Америку. Это как Нью-Йорк, только чисто. Нигде нету запахов, все классно, парки чистые. И такое же прям перенасыщение кислородом идет. У меня, к сожалению, не получилось поснимать, когда я ходила по городу совсем немножко, потому что это был один из немногих дней, когда я отправилась гулять с крю. Ну, мне не хочется бегать с телефоном, как... Не знаю, это просто, мне кажется, некрасиво, когда ты идешь с друзьями, общаешься.
даже не с друзьями, а коллегами, и ты в своем телефоне. Поэтому я старалась просто снимать видео панорамы города, делать какие-то фотографии, и вкратце сейчас вам расскажу. Очень мало было времени погулять. Нам повезло с локейшеном отеля. Он находится в самом центре Сиднея, что, чтобы пройти до оперы, нам нужно буквально 5 минут. И от оперы, если делать большой круг, то можно просто прогуляться по городу, по улочкам, найти какую-нибудь кафешку, где покушать, посмотреть на город. А еда очень вкусная. Люди, знаете, люди здесь особенные. Они красиво одеты. Если в Америке ты увидишь всех в одинаковых шортах и в простых помятых футболках, то здесь люди выглядят элегантно. И неважно от возраста. И они все торопятся. Я, получается, гуляла в такое время, когда, ну, скорее всего, когда закрывались уже офисы, я видела большой поток людей, которые вот бегут с работы. И они, ну, вот видно, что они заняты. Ну, в принципе, это у нас, говорю, такая роскошная, спокойная жизнь. Шучу. На самом деле это не так. Что рассказать по поводу Сиднея? Наверное, летом здесь круто. Я слышала отзывы других крю, которые говорили, что летом здесь очень круто приезжать серфить, потому что волны крутые, океан классный, и это просто рай для серферов. Но, к сожалению, мне пока что этого не удастся оценить. Да и серфить я не умею пока что. Зимой тут, ну, я не могу сказать, что тут делать нечего, но гулять что раз просто и все, потому что покупаться точно не получится, очень холодно. А сейчас мы будем отправляться в Новую Зеландию, у меня отложился рейс на час. И прошлой ночью в Новой Зеландии было -2. Я совершенно к такой температуре сейчас не готова, но что поделать. Особых планов на Новую Зеландию нету. Ну, посмотрим, как оно будет.